В Нижневартовском районе возбудили уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СКР. По версии следователей, все произошло в селе Аган. Там застолье устроили двое приезжих из Тюменской области. По мере распития спиртного между ними возникла ссора, в результате которой 37-летний, ранее неоднократно судимый мужчина дважды ударил своего 54-летнего земляка кухонным ножом в живот. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следствие продолжается.